Мы находимся на форуме «Магазин 2021», это ЦМТ, центр Москвы, разговариваем с нашими спикерами. Ольга, вы будете рассказывать, и вы рассказываете про персонал, про людей. Расскажите, что, почему так важен после ковида, во время ковида, до ковида люди в рознице? Ну, начнем с того, что в рознице, которая не сетевая, обращаю ваше внимание, несмотря на то, что это франшиза, да, Фасоль, очень важно то, как каждый сотрудник встречает покупателя. Это то конкурентное преимущество, которое есть в отличие от других игроков на рынке. Это первый момент, на который стоит обратить внимание. И второй момент. У вас может быть шикарный магазин в роскошном месте, ассортимент вообще. Но если ваш сотрудник хам, неулыбчивый и не знает, где что лежит, грош цена вашему магазину. И покупатель второй раз не придет проверить, уволили ли вы этого сотрудника или еще нет. Скажите, а вот проблема хамов, ну, то есть некачественного, скажем так, взаимодействия, некачественной коммуникации, она еще остра? Мне кажется, давно все поняли, что надо улыбаться и, в общем, лелеять тех, кто приносит вам деньги. Понять мало, надо сделать. А для того, чтобы это сделать, нужно заниматься своими сотрудниками, создавать систему контроля поведения, мотивировать, зажигать, обучать. А это труд. Соответственно, даже если я понимаю, что это нужно сделать, нужно это реализовать. Самой мысли мало. Самой мысли мало. Это последний тезис. Не переключайтесь. Такая экспертиза звучит из стен ЦМТ. Это форум «Магазин 2021».